К сожалению, встречается мусор. Впрочем, кого этим удивишь? Вон там еще бутылочка. Сейчас мы их подберем. Вот у меня с собой пакетик. И мы берем. Поднимаем. И туда опускаем. Вот, пожалуйста. Берем эту бутылочку. Ездить, конечно, с ней будет жутко неудобно. Ну, судите сами, я вот оттуда приехал. Да, вот смотрите, природа, красота. Цветочки растут. И вот тут вот дача. Ну, естественно, мусор. Вот, пожалуйста, да, валяется. Ну, то есть это мой пакетик. Пакетик для руки еще взял. Берем баночку, кидаем сюда. Вот смотрите, набралось тоже. Так что, господа любители пива, пожалуйста, убирайте за собой. Вот оттуда я приехал, ехал и наткнулся, опаньки, ну, вот там вот дачи. Дачи сейчас везде. Ну вот, ну что это, ну вот как, а? Ты ж попробуй что-нибудь свой маленький пакетик запихнуть. Все, что получится, увезти. Эх. Красота. Ну вот мы. Вот вы спрашиваете, откуда пожары? Вот откуда. Кто-то не затушил. Тлеет бревно. В округе никого. Березка, смотрите, еще совсем молодая фактически. Вон еще на ней листочки. Вот он. Свежий спил. Вот тут листья. Ветки обрублены. Хорошая была береза. Что-то я не вижу тут, что где-то было. Падение этого дерева. Ну вот и бутылочки найдены, пригодились. Взял я бутылочки, вон туда сходил. Там, правда, топкое место. И вот тут чуть-чуть вот уже испаряется, чуть-чуть залил.